по компьютеру, 47 минут проработал блок. Влажность сейчас в Одессе 95% примерно. 105% дефрост ратио. Блок у нас вот так вот уже подмерз. Второй немножко позже был запущен. Молотит, готовится к оттайке. В принципе, проход через теплообменник есть еще. Так что ламели достаточно широкие для этого дела. В принципе, так, идет понижение оборотов компрессора. Понижение оборотов. процентов. Вот он переключил четырехходовой, стал в реверс, опустился вот до 38, вот поднимается. Сейчас поднимается, сейчас становится в оттайку. Пошел оттаивать. Оттаивать. Вот он оттаивает уже в реверсе. Пошла оттаечка. Два отдельных теплообменника, каждый со своим электронным вентилем. Сейчас снизу вытечет водичка с одного места. Под блоком, под, вернее, теплообменником находится поддон. Все стекает в одно место, которое там канальчик такой 100 на 100 примерно миллиметров. И вот течет наша вода. Потекла водичка. Потекла водичка. Потекла. Все с одного места льется. Больше ниоткуда. Вот он уже почти оттаял весь. Все, льда нету. Ничего нету. Идет пар. Сейчас он 75% почти загрузки компрессора. Вот он оттаял уже, в принципе. Сейчас парует. Все, снижает оборотики, опять уходит фар из него. Опять снижает обороты. Вентилятор остановлен. Внутренние блоки тоже открыты. Вентили. Все. Четырехходовой переключился. Компрессор на малых оборотах крутится. Оборотика.
полных оборотах крутится. Тот еще пока не сильно обмерз, поэтому... Снял байк? Да, да. Что, вырубаешь? Да, сейчас. Я его соберу просто. Ну, в общем-то и все.